Тут бы навести, бог ты ставь порядок. Мэн, я помню, короче, про дорогу про Дюмина 100. Ну, итальянская 100. Это не остановка, что мы вставали перед вокзалом, перед конечной. Ага. Вот там дорога ужас, я говорю, надо все плиткой уложить. А, да, я знаю. Там, я, да. Блин, я там на самокате ехал вот тогда, это... когда помнишь, первый раз ехал, ну ты здрав. Там вот я там чуть колеса не потерял. Мне как-то в том году писали дороги как в селе. Как за городом. А кстати, к тому видео новое вот это, что поезда, трейн, написал. Я первый, и продолжение есть, отличное видео. Угу. Ну, комментарий я. Так он знаешь, вот интересно, я только еще, только кидается видео, там уже комментарий и лайк. Тут только. Он или быстро так просматривает, или не просматривает, просто лайк и все. И пишет комментарий. Просто он, наверное, вот на канал. И Гологодий сделал серым, чтобы приходили уведомления о новых видео. Mm-hmm. Кто выходит, сразу заходит, mm-hmm. просматривает. И лайк и комментарий. Посмотри, никто не звонил. Нормально, еще время есть. Еще время есть. Конская 68. Звони. У тебя деньги есть, ты можешь позвонить теперь. Я там, оказывается, папа сделал на две старые какой-то номер, что один раз в день можно бесплатно с Киевстара на Киевстар звонить. Интересно. Не знал, что так можно. И вот это я пока денег нету на Киевстар, я звоню. С Водафона? Нет, с Киевстара. А, ясно. Обходим. Здание нашего суда. Как помнишь, это да здравствует суд, самый главный суд в мире. Ну, из советского это фильма. Нам сейчас как, прямо или поворачивать? Ну, рынок же сюда, потом надо переходить дорогу и... Дорогу перейти и налево. Можно перейти налево. Вперед? Просто говорю, за полосы никто ничего не написал, что были полосы. Какие полосы? От солнца. Вот это когда пускались. А, наверное, люди бы на это же просто забили. И 5 лавиков. Ну вот видишь. Их вон прострелил. Кстати, переписывался с моим другом еще одним. Но он взрослый мужчина. В Германии живет уже давно. Не первый год. В Германию уехал. Я вчера читал, что больше украинцы получали от 25 до 40 тысяч, ну, на наше время. Ясно. А сейчас ему будут еще добавлять. Именно для украинцев зарплаты. Ну круто, ну круто. Ему рассказывали, большинство украинцев уезжают с Польши, едут в Чехию. Знакомые рассказывали. Да, и едут в Чехию, потому что там больше зарплата. Ага. Молчу. Я уже с банка вышел. Я уже с банка вышел. Что, не слышишь? Это сегодня вообще. Я с ним сторонник. Что-то со связью не будет. Тут погоню я не буду. Mm-hmm. Может, я что-то с телефоном? Может, это можно перезагрузить? Перезагрузи телефон. Потому что не может такое. Это как раз зеленый будет. Не спеши. А то выдохни. Да. Алло. Что, не
Подожди, пока выходит, не скажет.